Арсен и Фанис танцуют вместе уже 2 года. Парни приехали из Оренбурга. Учатся они в школе МВД. Ребята танцуют в стиле брейк-данс и тектоник. Фанис говорит, что занятия танцами научили его правильно распределять время и помогает ему в учебе. Танцы – это ведь смысл жизни. Он помогает быть все время на взводе, энергичными. Я считаю, что это клево. В этом зале Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмулы пройдет хореографический конкурс «Танцы без правил» в рамках фестиваля творческой самодеятельности среди вузов и СУЗов Кировского района. В конкурсе приняли участие студенты университетов и колледжей. Они исполняли танцы разных стилей и направлений. Зухра танцевала бальный танец. В школе классического танца «Арабеск» она танцует 6 лет. Зухра в этом году поступила в медицинский университет. Поначалу учиться было сложно, поэтому ей пришлось на некоторое время оставить свое хобби. Но сейчас она возобновила занятия танцами. Ну, я пытаюсь совмещать, стараюсь свободное время посещать, не мешая учебе. Хореографический конкурс «Танцы без правил» проводится ежегодно. Здесь выступают лучшие студенты учебных заведений Кировского района. «Танцы без правил» – это сочетание различных танцевальных стилей, воплощение фантазии студентов. Айгуль Хурамшина, Дмитрий Вайнер, телеканал ЮТВ.